12 сентября 2021 года в 1 часов 58 минут в городе Светлогорск, в районе дома 88 по Калининградскому проспекту. Водитель 49-го года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, неправильно выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение со впереди идущим транспортным средством, остановившимся перед пешеходным переходом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля ВАЗ. На месте ему оказана первая медицинская помощь. Работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.